А сейчас будет песня Юлии Тузовой. Вообще большинство песен ее в этой замечательной программе. Я все больше так на гитарке шкрябую. Да, я ангажировала Юлю, чтобы она играла на гитаре, а я могла спокойно петь. Вот, но вы поймете, почему. Да нет, на самом деле мы всегда уравновешиваем свои силы, и Юлины песни тоже будут в этой программе, но они достаточно нетипичны. Например, впереди ждет песня лирического содержания авторства Юли Тюнику, что совершенно нетипично ей. Так что такое будет. Ну да, но сейчас будет песня тоже лирического содержания, но совершенно особого. Дело в том, что нас с нее чуть не выгнали с Грушинского фестиваля, сказав, что это вы про наркотики поете. Вот. Точнее, ну, сказали, нет, не, только не пойте, пожалуйста, эту песню, она про наркотики. Вот. На самом деле, все, что вы услышите в припеве этой песни, относится к этикетке детского шампуня, который я считала однажды с этой этикетки, и, в общем, это все родилось, переродилось в песню. Химия. Химия. Вездесущая химия. Натрий